слышали, как многие дипломаты говорят, что их любимое узбекское блюдо – это плов. Спасибо. Это ургенческий? Да. Мининг ватаным, Узбекистан, ургенч. Самый лучший жудаящий. Рахмат. Thank you.
слышали, как многие дипломаты говорят, что их любимое узбекское блюдо – это плов. Ну, как мы знаем, что у нас в Узбекистане очень много разновидностей плова. А вот сейчас вот только-только-только поспел хорезмский плов. Он особенный. Это самаркандский, да? Это вообще. Такой же, да, ты говоришь? Да. Автоматический праздник. Это ургенческий? Да. Менинг ватаным, Узбекистан, Ургенч. Самый лучший жудаярщий. Рахмат. Я сегодня первый раз пробовал настоящий хорезмский плов. Я впечатлен, это было супер, мне очень все это понравилось. Я думаю, что ты мне расскажешь потом. Я хочу научиться готовить так же. Большое спасибо. Найдем другого. Хакики хорезм чоши. Ko'rsatilgandi. Ming rahmat. Bizani xalqaro ekspertlarimiz yuqori baholashdi. Haqiqatan ham bu Xorazm palovini madaniyati, urf-odati, tayyorlash texnologiyasi, inson organizmiga bo'lgan sog'lig'iga foydasini uni tatib ko'rib, yeb ko'rib bilishdi. Men o'zim hayron qoldimki, haqiqatan ham bu Xorazm palovini shunaqa chiroyli, mazali tayyorlanganiga men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ilohim sog' bo'ling. Xorazm xalqiga xizmat qilib charchamanglar. Xorazm palovi o'zini tayyorlanishi bilan qolganlaridan atlichasi qilar ekan. Ketdiga bo'lay. Ya'ni deganimda guruchni pishirib olinishi, guruch yetilishi, o'zim oshpaz bo'lganim uchun har bir mana shu mevachilarni tushunib har bir ta'mini o'ki tatib bilsa bo'ladi. Ham go'shtining yumshoqligidan ham farqi juda katta. Chunki o'ki tabriklaymiz. Rahmat sizga. Слышали, как многие дипломаты говорят, что их любимое узбекское блюдо – это плов. Спасибо. Это ургенческий? Менинг ватаным, Узбекистан, Ургенч. Самый лучший жудаярщий. Рахмат.